Продолжаю играть Факторио, версия 0.17.52. Загружаю. Время игры 9 часов 48 минут. Иду за нефтью. Провожу большие вышки. Вот моя нефть. Четыре скважины вот эти я буду осваивать. Жуки эволюционировали за это время. Стали раза в три сильнее. По сравнению, в три раза сильнее по сравнению с началом игры. С самым, когда был старт у меня игры. Обходить лес, что ли? Ну да. Не рубить же все деревья. Ну какой лес густой. Много работы для моих строительных роботов будет. Поставлю робопорт, строительные роботы будут рубить этот лес. А дровами я буду топить котлы моих паровозиков. Потому что поезда в игре Факторио не электрические, а паровые. Используется топливо и вода. Паровые машины. Поезд с топливом. Пустой локомотив едет со скоростью 200 км в час на дровах. На ядерном топливе раза в два быстрее. Вроде так. Но я могу ошибаться сейчас с указанием скорости. Что-то уже сомневаюсь я. Так, справа. Сейчас лес пройду. Где электричество? А, вот. Электричество проведу. Радар поставлю сначала. Прежде чем вообще что-либо делать, поставлю радар. Чтобы знать, где враги, где друзья. Ну, у меня одиночная игра, друзей нет. Так. Тут поставлю радар. Радар, появись. Явись, чудо! Помню, какое-то кино было. Ой. А где электричество? А, вот электричество. Ура, заработало! Ура, заработало! Так, где радар? Сейчас он меня откроет. Один квадратик, я посмотрю. Музыка приятная в игре. В игре Факторио приятная музыка. Крутится радар. Ой. Сейчас откроет квадратик. Оп, вода. Хорошо, где вода, там нет жуков. Чем больше воды, тем лучше. Так, ну и поставлю пушку для обороны. Что оборонять-то? Что-нибудь будем оборонять. Еще одну пушку поставлю. Ну да. Так, что у меня тут? Вышки. А, сейчас скважины поставлю. Я материалы все взял с собой. Все оборудование. Трубы взял. О, труб маловато. Два. Три. Четвертая скважина наверху где-то была. Где она? Я не вижу. А, вот. Зеленая рамочка. Готово. Так. Нефтеочистительная машина здесь у меня будет. Вот так вот вниз. У меня же все вниз. Так, а что она мне будет очищать? Какую нефть? Сырую нефть? Мне не хватает больших вышек. А я поставлю еще. Меди не хватает. Где электричество? Так, ну только так я могу. Просто очищать нефть на газ.
тяжелую нефть и легкую нефть. Проведем трубу. Теперича. Топерича, не то что давеча. О, началась. О, огонь пошел. Зажигают газ. Лишний. Загрязнители. Так вот. Подземных труб надо больше ставить. Трубы должны быть только подземными. Потому что потом оббегать. Если трубы ставить наземные, то их нужно оббегать. Вот. Электричество есть везде. Так, что мне тут еще? Так, ну вот, я получил нефть. А эти вышки, они источают грязь, загрязняют воздух. Надо ставить оборону жуков. Так, везде по чуть-чуть поставлю. Патронов. Пока патроны недорогие у меня. Все равно я буду ставить немного. Зачем растрачивать вообще? Ресурсы. Железо. Сюда немножко. Все, поставил. Поставил защиту. Радар стоит. Стены ставить бесполезно. Пока. Они не для этого. Так, ну все, соединил я трубами. Все вроде у меня. Да. Теперь у меня газ, легкая нефть, тяжелая нефть. Куда все девать? Знаю куда. Вот сюда. Лес придется рубить. Что ты будешь делать? Буду рубить. Мне нужна нефть, нужны нефтепродукты какие-нибудь. Для чего? Для брони сначала. Для брони нужен пластик. Уголь нужен. О, весь этот лес я буду рубить. Ну, у меня улучшенный молоток. Рубится, слава богу, быстро. Электричество проведем. А, тут у меня деревянные столбы. Так, что она мне будет делать? А, мне нужна геологическая взрывчатка, наверное. Или броня сначала. Броня из чего делается? Из пластика вроде бы. Да, из пластика. Нужно пластик сначала делать. Уголь нужен. Уголь будет у меня в стальном сундуке. Инзертер. Так, и газ пропан протащу. Неправильно. Или правильно. Ой, да, с нефтью, конечно, геморрой. И нефть это сложная вещь. Ладно, пока так сделаю, потом все поменяю. Сделаю пока все просто. Потом сделаю все сложно. Ну, загрузка угля пошла. И пластик будет падать в другой стальной сундук. Вот в этот. Инвертер. Все. Кажется, все просто. Так, труба.
Пошел газ, а теперь это надо куда-то деть. Перерабатывать. Куда девать-то? Перерабатывать буду здесь, ниже. Надо рубить дрова. Много. Весь этот лес я срублю. По прямой. Долго же рубить. Рубим, рубим. Я железный дровосек. Из сказки под названием «Элли в стране чудес». «Волшебник изумрудного города» сказка называется. Рубим, рубим дрова. Дрова для поезда. Так-так. Мне нужно сделать эту штучку. Нет, нет, вот эту. Железа нет. Пошел за сырьем. Сколько мне их нужно, этих химических фабрик? Много. Угля возьму. Так, пойду через лес. Почему бы и нет? Пойду через лес. По 4 дерева с каждого дерева. По 4 полена с каждого срубленного дерева. Какой лес густой, как много деревьев. О, прошел через все деревья. Так, химические мне нужны эти установки. Сколько надо? Мне надо перерабатывать. Легкую нефть в газ и тяжелую нефть в легкую нефть. Это все сложно. Это все сложно, и я это все буду реализовывать сейчас. Что это? Пустой майнер. Прекрасно. Прекрасно. Так, железо. Где железо-то? Здесь нету, здесь нету, здесь есть. 6. Каждый делается 5 секунд, но нужны вот эти запчасти. Много. Сделаем. И угля наберу. Для производства пластика. Угля там надо немножко. А, трубы нужны еще. Трубы. В большом количестве. Железо дайте мне. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Производство труб. Приступить. 900 труб. 900 метров трубы. За 450 секунд. Это 7 минут. Получится. Ну, пока у меня трубы делаются, я буду деревья делать. Сейчас быстренько пройду до конца леса. Тропиночка получится.
Тропинка там, где ходят. Дорога там, где рубят лес. Ну, маленький лес. На карте такая зеленая... Зеленое пятно такое на карте. Лес оказался маленьким. Так, пойду на запад. Сверну. Карта что показывает? Радар что показал? Ну, железо, железо. Жуков много. Ох, ух, я их буду раздражать. Ух, они будут нападать на меня. Скоро. Ну, первый пластик. А сколько мне пластика надо на броню? Интересно. 60. Ну что же, скоро у меня будет броня. В таком случае. Загружу угля. Поставлю химическую... Химический завод поставлю. Чуть подальше. Что мы будем производить? Тяжелую нефть. Нет, легкую нефть в газ. Буду превращать. Нет, это не так. Это вот так, легкую нефть. А, такой возможности нет. Сейчас могу только вот так делать, в твердое топливо. А мне это не надо. Сделаю танкер в таком случае. Буду все в танкер накапливать пока. Потом буду использовать. А железа нет. Ой, побежал я обратно. За железом делать танкеры. Танки называются. Хранилище для жидкости. 10 танков хватит мне? 20 танков сделаю. И трубы не пригодились пока. Ну, потом сделаю другие научные исследования. Буду нефть перегонять. Из легкой нефти газ делать, а из тяжелой нефти буду легкую нефть делать. Еще из тяжелой нефти можно делать любрикант, а из любриканта можно делать уже синий конвейер. Очень скоростной. 40 предметов в секунду перемещает. Самый быстрый. А это 30 только перемещает, да? 30. Чуть-чуть поиграю, что-то устал я как-то. Сегодня уже пообедал. Спал не очень хорошо. Кот орал. Так, что я сделать хотел? Трубы, не трубы. Тут я хотел сделать только что пластик. А, танки. Для хранения. 20 танков. Все. Вроде больше ничего не надо. А, электричество. А, электровышки. Медь. Медь. Вот, несколько штучек сделал на будущее. Опять в лес пойду рубить дрова. Thank you.
Танки. А где я их буду делать, танки-то? А вот здесь вот, сбоку. Сейчас рублю эти деревья. И сделаю, поставлю здесь танки свои, которых у меня еще нет. Но сейчас они появятся. А где же яйца? Сейчас они появятся. Так, так. Нападение. Так, одна пушка неплохо защищается. Через некоторое время надо ее защищать. Надо усилить в этом месте. Поставлю три пушки. Че они нападают-то? Почему нападают? И откуда? Ну, они с востока нападают. Поставлю в этом месте четыре пушки. И каждую максимально загружу патронами. На какое-то время хватит. Тык. Буду рубить, пока не появятся танки у меня готовые. Танки появятся, поставлю танки на открытой площадке. По 10 танков для... 10 танков для легкой нефти, 10 танков для тяжелой нефти. Будет. Потом надо будет воду провести. Вода будет у меня... Больше давать нефтепродуктов позволит. С помощью воды я смогу получать больше нефтепродуктов из того же количества нефти. Так, потом поставлю танки. И потом у меня будет производство пластика. Быстрое производство пластика будет. Угля нету. Ничего нету. Давайте танки. Появитесь. Минута, и танки будут готовы. Ну что, за минуту я срублю пару деревьев еще. Пластик, броню сделаю и остановлю запись. МЧС опять присылает сообщение. Достали. Балаболы. Когда была буря, молчали. Когда нет бури, рассылают сообщения. Ой, какое высокое дерево. А, невысокое. Все, готовы мои дорогие танки. Поставлю. Десять таких и 10 таких. Трубы теперь. Трубы. Ой, на. Здесь трубы. Легкая нефть и тяжелая нефть. Тащу теперь. Так. Как же это сделать? Вот так, что ли? Угу. Так, это у меня легкая такая светло-желтая нефть. Легкая нефть.
трубу поставлю. Все, легкая нефть пошла. А куда тяжелая девается? В трубу, что ли? А, вот, тяжелая нефть накапливается, а легкая уходит. И газ уходит. Газ называется петролиум. Петролиум газ. Угу. Ну, 50, еще чуть-чуть. Пластика, и у меня будет броня суперская. Так, теперь тяну тяжелую нефть до тех танкеров, до далеких. Ой. Где они? Далеко еще. Заполняются танки, и пластик начинает производиться. Надо защиту поставить. Танки не загрязняют воздух, не являются источниками загрязнения. Но их все-таки неплохо было бы защитить на всякий случай. Ой. Так, и защищу трубы. Вот таким образом. Да, большую территорию охватываю. Много надо пушек ставить для защиты. Все, пластик готов. 70 вроде надо, я забыл. Броня, пожалуйста. Модуляр армор. О, она будет делаться сколько времени? Так, тут 15 секунд, тут 63, 180 секунд. Это сколько минут? Ой, много, 3 минуты. Да? И это быстро. И это быстро. Ну, минут через 5 у меня будет эта броня. В общем-то, цель свою выполнил. Довольно быстро. Сколько я играю? За полчаса. О, кто-то меня смотрит. Трансляция. Чат 0. Кто-то меня смотрит, наверное. Так. Ну, зачем мне еще пластик? Так, что мне теперь нужно? Взрывчатка. Мне нужна будет. Взрывчатка. Тоже это из угля она делается. Или там сера нужна, я не помню. Так. Сейчас посмотрю, как. Что крафтить. Фабрика где у меня какая-нибудь? Фабрики с собой я не взял. Прекрасно. Побежал назад. А, посмотрю хоть из чего делается взрывчатка. Сера нужна. Как делать серу? Газ и вода. Надо воду тащить. Вот, это моя следующая цель. Поставлю подальше. Взрывчатку геологическую буду делать. Серу сначала, потом взрывчатку, потом геологическую взрывчатку. Для разрушения стен, а потом землю буду делать. Все, сохраняю игру. Сави. Савигами.